Традиционно эту ярмарку называют Тихвинской. Историки предполагают, что она даже старше знаменитой Нижегородской. Уже не одну сотню лет бойкая торговля разворачивается на площади возле женского Тихвинского монастыря. Этот памятник архитектуры стоит на берегу старого русла реки Большой Цивиль. Существует такая легенда. В 1671 году войско Степана Разина подступило к стенам Цивильска. Взять город штурмом не удалось, и тогда населенный пункт решили взять измором. Когда запасы еды и пороха истощились, жители хотели оставить город и бежать. Однако одной благочестивой жительнице Цивильска было видение. Она услышала голос Царицы Небесной. Было сказано, что город будет спасен. А когда войско уйдет, жителям следует построить монастырь между реками Большой и Малой Цивиль. Чуть позднее на месте, указанном Богородицей, построили церковь и поставили кельи для монахов. Главной реликвией монастыря является чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери. Сейчас в монастыре 17 века продолжаются восстановительные работы.